29 марта на субботник вышли представители мусульманской общины города Пушкина. Наравне со взрослыми убирали дети. Таким образом, старшее поколение подает пример юному, приучает к труду и чистоте вокруг себя. Мы уже в Пушкинском районе живем. Мусульманин, где живет, должен тот место убрать. Как говорится, чистота начинается с дома. А мы, если себе будем показывать пример, то, что убрать, каждый за собой будет убирать, я думаю, дальнейшая чистота – это будущее, да, нашим детям, чтобы чистой земли остался, чтобы красиво везде хорошо было. Весь необходимый инвентарь – грабли, лопаты, перчатки и мешки – предоставил Пушгорхоз. От мусора представители местной религиозной общины мусульман убирали немалую территорию – от дворца спорта Пушкина до торгового центра «Круиз». Община мусульман города Пушкина совместно с администрацией Пушкинского муниципального района начинает проводить серию благотворительных субботников, вернее, можно сказать, если точнее, пятничников, потому что сегодня пятница, и для нас, мусульман, сегодня праздничный день, и очень удобно в большом количестве людей собраться и начать это доброе дело. В планах у мусульманской общины провести еще 10 субботников. Убирать будут как территорию города, так и района. Инга Лапикова, Константин Кузнецов, Дарья Михайлова, Пушкинское телевидение.